И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, а также на Генезисе, и мы сегодня пойдем в космические дали. Да, вот, куда-то, короче, далеко, короче, ну вы поняли, пойдем в космос. Не самое лучшее, что бы я хотел бы делать сегодня, но пойдем в космос, космос, что поделаешь. Почему пойдем в космос? Ну, потому что пора... Пора забраться за этот космос и проходить его. Нафиг не хочу. Ну, ладно. Погнали. Почему же я решил все-таки космос? Ну, во-первых, там очень много миссий, а во-вторых, у меня сейчас такое настроение, типа, ну, почему бы и нет? Вот, мой прекрасный светлячок, именно туда мы сейчас и пойдем, ну, потому что это по списку идет. Я в целом их все не хочу проходить, поэтому проходим их по списку. Вот, и хотя бы так. Ой, что-то я забыл, что из жопы начинается. Идите нафиг, ну, честно. Кстати, да, хотел вам показать то, что у меня теперь... у меня бура не хватает. Все нормально. Чего это у меня его не хватает? У меня просто на быстро в этой слоте. Вот, да, у меня ж это... Ну, хорош, давай, пролагивайся уже. Вот, амбра теперь добывается не по одной штуке. Да что ж ты, давай, прогружайся, братан. Вот, амбра добывается теперь не по одной штуке, а... Стаками, стакается, и это очень замечательно, вы бы знали, насколько это замечательно. Ох, слов просто нету. Нафиг все. Почему я думал, что днем здесь, типа, это, нормально? Какого фига? Почему я думал, что это ночью здесь светло? Здесь просто время суток работает совсем по-другому. Ну да, мне 9 нужен. 9, ты же у меня не прокачана еще. Да, тебя нужно подкачать чутка. Да стой ты на месте, господи, лапами своими дыргаешь. Дыргаешь, блин, дыргаешь. Отлично, погнали. Ты серьезно? Да чтоб тебе икалась собака-то драная. Ой, да иди в баню нафиг отсюда, и так пройти не могу. Как ярко-то, ужас. Ужас просто. А, вот так еще и арч, отлично. Ну, добрый вечер. Не надо падать вниз. Там непредсказуемо, куда я упаду. Не, ну, конечно, я выбрал гениальное место, где пройти. А как мне туда забраться наверх? Я пшиков не вижу вверх. Не пшеков, а пшиков, не путайте. Но, короче, это не важно. Я не вижу, как наверх-то пробраться. Вот это жопа. Ладно, поищем. Не, ну я не мог не показать. Ну вы посмотрите, какая красава. Какая красава. Раскраска просто супер. Еще и максимальный левел. Ну сорян. Я уже всех притомил, которых мне нужно. Поэтому в утиль. Ну блин, я не мог не показать, но это, блин, это красиво. Вот такую раскраску прям вообще, прям неожиданность. Супер. О, я пшик нашел. Так, у меня что-то далеко до этого пшика, возможно, как-то наверх получится собраться. Короче, рано на Рекса я сел. Оставим в тенечке. Поставим на нейтралочку. Пик-пик. Да, ёпт, выше, вот это. Вот самое бесячее, пожалуй, все-таки это еще добраться до миссии в космической этой. Вот реально, тебе еще потом доберись до миссии, вот это вот все, найди как пшикнуться наверх. Тупизм прям бесит. Ну, кстати, я на том пшике пшикнулся, и вот. По ходу дела это был он. Я сейчас доберусь, куда надо. Прикольно. Кстати, заметку надо будет взять сразу, чтобы потом не искать. Нашел рядом с миссией пещерку, и я первый раз увидел светлячка летающего. Спустился вниз, смотрю, рез, думаю, ну пока светло, давай резы подобываю.
спустился вниз, а здесь, короче, светлячок летает. Я офигею. Просто решил побродить немножечко. Вот, ну думал, ну мало ли, может это какая-то конечная пещера. Нет, она цикличная, заканчивается, но вот здесь можно найти. Жду, короче, когда немножечко стемнеет, чтобы все-таки не бесило это слишком яркость. Лом подолго встретил. Там наверху еще просто осадки в виде метеоритов. Ну, офигеть просто. И это лампадок не из миссии. И здесь реально, походу, какая-то пещера. Ну, прикольно. Просто это миссия около этой. О, это пещера около заметки. То есть, помните, видели, да, там, когда я летел к миссии, там была эта заметка. Ну, глюк в смысле. Ну, вон... Дождь метеоритный. А! Дурная тварь! Иди нафиг. What the fuck? Я спустился ниже. Во-первых, там это глюк. А во-вторых... Вот... Я все еще на... На Луне я все еще. Ну, в смысле, в это... В космосе? О! Офигеть! Реально кайфовая пещера. Я все еще жду, я все еще добываю. Кстати, здесь офигеть, сколько много ресурсов, честно. Это прям то, что мне нужно. В плане того, что элемент мне явно пригодится. Ну и время заодно убью. Но блин, я не знал, что здесь есть такие подземные пещеры. Офигенно. Просто офигенно. Так, надо Рекса своего вызвать сюда. Где. Какой у меня там 9-й же, да, был? Эп. Да, ну это у меня освещенность, тут как бы уж ничего с этим не поделаешь. Но зато я, кстати, смогу определить, что здесь уже это темно стало и можно наружу выбираться. Ой, я стакрыло завалил. Зачем? Не знаю. Я забыл, что здесь и нормальные бывают. Офигеть! Черт побери! Пошли все вон нафиг, разойдись, посторонись. Блин, круто. Офигенно, офигенно. Красиво-то как, а? Вон здесь можно построиться, еще сколько ресов-то. Лучше здесь не строиться, здесь ресов дофига. Класс. Да уж. Ну, немножко ресов добыл, на том хорошо. Я думаю, это вам все равно пригодится. Это сия, как говорится, информация. Ну... А теперь погнали. Миссия сопровождения, это еще та жопа. Висячая. Ну, гамма-бета это фигня. Можно-то и пройтись, но... В целом, висячая миссия. Лампадок. Отлично. В целом, по идее, он должен... Ты чё, фонарик поставил? Серьезно? Опача. Вот это, короче... Слышь, замедляется. Я тут в говно наступил. А чё это ты за фонарик поставил? Это нормально, да? Ёшкин кот. Вот, собираться их не видел. Мои датчики мигают. Это может оказаться опаснее, чем выглядит. Ой-ой-ой-ой. Ну, летунчики, конечно, это фигня, учитывая, что они бегут к лампадогу. Ой, да уйдет отсюда. Этот контрольный пункт пройден. К следующему. Так, уйди нафиг. Ой-ой-ой. А вот это начинается жопка. На нашу животинку напали. Да слышь, животинку напали. А, я понял. Он типа, короче, должен пройтись, собрать энергию себе, зарядиться, можно так сказать. И тогда он сможет телепортироваться. Типа, да? Ну вот, логика задания такая. Ну ладно, окей. Слышь. Дрон! Жоп пошел?
Сейчас вообще не до тебя, скотина. Вот, лучше, да, на меня нападай. А то пока развернусь. Слышь, дрон! Пошел в жопу! Динозавр не может понять, куда идти. Да, может, да подожди, динозавр! Я там летуна убивал одного. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо снайперскую винтовку взять будет себе. Ею полегче стрелять. Или примитивный пистолет. Хотя, может, примитивный пистолет, у него патронов побольше. Блин, это дофига, но я по идее только по острову должен грацевать, никуда не должен упасть, по идее. По идее, никуда не должен... А, юный принц-женец, прикольно, принц-женец. То есть, не король, не королева, принц типа мелкий. Иерархия. Ну, прикольно, прикольно. Ну, по идее, да, я должен здесь по острову пограцевать и... Серьезно? Никогда-то, а именно сейчас, да, вот? Именно вот с этого. Ай-яй-яй-яй-яй. Они ж прям в меня сейчас полетят. Да идите в жопу, на меня метеорит упадет, мы в целом умрем. Ну офигеть теперь, а? Они в меня случаем не летят? Ой, да иди ты в зад, слушай, да миссия того не стоит, тем более гамма. Если метеорит в меня бабахнется. Думаю, хищники учуяли нас. Это что за какаха в воздухе? Так, чё? Нет, прошло? Прошло? Отлично. Ой, да лососни тунца, блин. Мелкий пиздюк. Не так-то уж тебя нападают, но... У меня больше метеорит волнует. Вот это вот ваши осадки, вот эти вот инопланетные, ну такое себе. Ну, на меня просто уже падал один такой камешек, когда там миссию с баскетболом проходил. На меня уже падал. Там ваншот был. Ну, я как бы был без Диноса, но там был ваншот. Я не хочу, чтобы он упал на Диноса. Да, что самое тупое, здесь нескольких динозавров не заведешь сюда. Они будут разлетаться кто куда. Это факт. Так, ну и что там? Это что там за такое? Атакующий дрон? What the fuck? Так, где ты, пиздюк? А под ногами у меня отлично. Под ногами это самое безопасное место, если что. Бляха-муха. А! Ах ты ж собака! А... Вы на земле тусуете? Пошел ты. Стоять! Пошли вон. Ой, надеюсь, на этот остров ничего не попахнется. Я очень на это надеюсь. Что на этот остров ничего не попахнется. А чё это ты такой жирный? А чё это в тебе урон так плохо входит? А, точно! Ты же не под этим... Вот! Я и забыл! Подлагала. Я и забыл, что типа они без света, по ним урон меньше проходит. Блин! Тогда набираться не играл, что уже забыл. Кошмар. Но ему осталось еще, помимо вот этого контрольного пункта, еще два пункта, по идее. Судя по полоске, как она заполняется. Ну хорошо, хорошо, хоть не надо по островам прыгать туда-сюда. Это вот уже хоть что-то. Ну и в основном атакуют мелкие пиздюки. То есть, как бы вот, ты, типа вот так вот бежишь и
Вот так вот и бьешь. Бежишь вот так и бьешь. А, вот и большой пиздюк. Ну, отлично. Ну, здорово. Да пошел ты. Да пошел ты, говорю. О, спасибо. На него нападают. Мы должны помочь. Да слышь, там облако дерьма. О, табличка телепорта. Класс. Иди нафиг. Слышь, я почти это... вип-персону довел. Ох, что эти дебильные миссии доведите вип-персону. Давай, братан! Телепортируйся! Уху! Вперед! Пиу-пиу-пиу! Фшу-фшу-фшу! Веришь, что там последний контрольный пункт? Да естественно уверен! Давай-давай-давай, братан! Давай, ты сможешь! Пиу-пиу-пиу! Еее! Пахнутый! Отлично! Интересно, ну вот это светло хорошее. А что-то темно? Стало в комнате, на свет включил. О, нагрудник. Прикольно. Слушай, ну вот это светло прикольное, рецепт седла. Прикольный, прикольный. Уже хоть что-то стоящее. Помповичок. О, это седло могу разобрать. Класс. О, еще один рецепт. Ну, две броньки. Вот это все говно можно сожрать сразу же, чтобы это оно не мешало мне. Ну, нормально. Нормально, слушай, со светляком вообще нормально. Особенно вот эта бронька, которую можно разобрать, и рецепт неплохой. То есть, если тебе нужна черепаха, то почему бы не разобрать? То есть, точнее, не собрать рецепт. Это прикольно, это прикольно. Да. Это миссия с хорошими призами, я вам так скажу. Ну что, погнали, погнали еще проходить, пока есть время. То есть именно что вот светло-темно. Да, рез, у меня, конечно, кайф. Так, а что у меня по весу? Нормас, еще один раз могу загрузиться. Бетка! Ну, в целом, уже все более или менее ясно. Я понимаю, насколько будет легко или тяжело. Давай, приземляйся и прёв! А чё это такой дрищ? Тот был это... Тот был пожирнее. А можно мне пожирнее раз в пять? Ай, ладно. Пошли. Тут самое главное это вот, не пропускать, куда он идет, куда он поворачивает, пиздюк этот. На Рексе-то уж еще то висели с поворотами. Да, все еще пока что ваншоты, потому что это бетка. Ах ты пиздюк! Да в смысле, пошли в жопу! Что-то я пока атаковал, просмотрел, как он резко повернул в бок. Отвратительно. Но по идее миссия должна быть не сильно тяжелой. Надеюсь. Ну, в смысле, я про альфа говорю. А можно быстрее двигаться? Ну хотя бы так. Уже лучше. О, это светорог! Красава! То есть, я каждый раз разного светлячка отправляю. Ну-ка. О-о-о! Твою мать! Братан, защищай! Братан, защищай, мы должны! Сеструля, точнее, сорян. Слышь! Иди отсюда! Офигеть! Иди отсюда! Ты посмотри как... Да, подожди! Ёб твою за ногу! Пс!
Свитерок в скафандре! Свитерок в скафандре! Ты понимаешь это? Блин, я просто обязан был это посмотреть. Светорок в скафандре. Черт, Лампадук в чем был? В чем был Лампадук? Черт, я не знал, что это настолько круто. А, блин, отстой. Я думал, он обычный будет. В скафандре. Блин. Ой. Кайф! Офигеть! Блин, насколько это красиво выглядит, это просто неописуемо. Хорошо, что спустился посмотреть. Честно, я бы даже его не... Да и вы бы, наверное, тоже многие такого даже и не видели. Типа, ну, камон, сидя на Рексе, ты этого и не увидишь. А тут скафандр... Там даже не просто скафандр, там что-то типа так костюма местного. Офигенно, просто супер. Это надо, короче, в начале миссии спускаться, сразу же смотреть, короче, что там, да как там, чтобы понять. На него нападают, мы должны помочь. Да не очкуй, все нормально. Ну, самое неожиданное, конечно, то, что искатель просто его утаскивает. То есть не атакует, а утаскивает. То есть он схватил его и потащил искать. Это прям... Я не знал, что они так делают. То есть они вот на светлячков реагируют именно так. Типа, хватает и тащат. Офигеть. Какого фига? Блин. Не, ну, свитерогов в скафандре. Это, конечно, надо на заставку ставить без вариантов. Это прям, я первый раз такое видел. Прям первый раз это... Супер. Ладно, ради этого уже миссия автоматом становится кайфовой. Вот только из-за того, что ты вот такое видишь. Это про... А, ну добрый вечер, опять что ли? Да в смысле? Да чё так часто-то? Я чё, в каком-то месте таком дебильном, что ли, где часто метеориты бабахаются? Метеориты, блин. Давай! Так, это просто этот. Отлично. Я уже посмотрел на этот камень, думаю, что... меня уже летит? Нет, это просто этот. Ну, здорово, блин. На нашу животинку напали. Мы должны защитить... Ну, я тебя хочу обрадовать, конечно. Мы можем просто сдохнуть здесь. Да в смысле? Повернись. Ой, добрый вечер. Твою мать, беги! Фух, он сзади прошел. Вот это, конечно, экстрем. Ну, в смысле, реально экстрем. Офигеть! Я просто в этих местах еще не тусовался, в таких, что где это? Метеориты так часто падают. Я даже не знал, что они так могут часто падать. Офигеть! Какой ужас! И все эти козлы атакуют еще, и ты такой: ой, а меня сейчас метеорит завалит. В жопу идите! На него нападают, мы должны помочь. Да смотри, просто такой. В костюме, блин. Черт побери. О, она блеет, что-то еще. Нет! Это су... Твою мать! Бежим! Нафиг! Мелкий, беги! Вот я про что вам говорил. Видали? Он бабахнул. Просто в хламину всю броню сразу же. На него нападают. Мы должны помочь. Метеорит упал! Метеорит тут чертов упал! Но Рекс вроде бы живой. Просто конченная миссия, как минимум тем, что в зоне, то есть игра не подразумевает защиту от метеоритов в тот момент, когда ты атакуешь.
когда ты проходишь миссию. И в этом основная тупость. Ого! Это было круто! Какой же тупизм! Давай, прокружайся, кусок блевота. Файндина, Рекс 9. Самое главное живо. Ух! Отлично. Твою мать. Ну это жопа. Ладно, зато леса сброшу. Блин, какая же тупость, а? Надеюсь, ну еще можно подкачаться. Какая же реально эта тупость? Кстати, что у меня там в итоге по лесу? О, 126 тысяч. Вообще огонь. Ну, хоть элементы сделаю нормально. Кстати, сколько я могу его сделать? Вам интересно? Мне интересно. Еп. О! 1000, да? Неплохо. Хорошо в пещеру сходил. Ладно, пройдем за кадром. Так, а кем я могу еще там сгонять? Слушай, ну по сути больше никем там не могу сгонять. У меня там только Рекс. Кошмар. Ладно, пойдем еще. Короче, самое страшное было, это... последняя точка. Там, где король-жнец, пару принцев приходит и так далее. Вот это было самое страшное. Все остальное было, ну, такое себе. То есть, как бы, прям в целом не очень. Ну, то есть, легко было. Но как-то так. Посмотрим. Посмотрим, что будет на бетке. Мне зачет, классно. Но не сильно легко. Самое, конечно, обидно в прошлой миссии, в прошлый раз было то, что я ж почти дошел до конца. О, опять рецепт на седло. Слушай, ну неплохо здесь рецептов накидывают. Прям это миссия для рецептов. Бронька легендарная с 26 брони. Интересно. Ого, так броник-то какой кайфовый. Прикольно. Была шапочка моя. Но зато, смотрите, днем метеориты не падают. Кайф же! Блин, чтоб тебе собака икалась, долбанные метеориты. Надо же было так. Сначала один грохнулся, потом второй. Бесячая собака. На светло, что ужас просто. Прям глазораздирающая картина. Ну что, будем пробовать еще альфу проходить. Надо же проходить все-таки альфу, как-никак. Будем пробовать. Сказал я, что метеориты днем не падают, но они падают. Но только они падают, сами видите как. Они падают вниз, ну то есть в днище попадают. А это, в общем, короче, такие миссии только днем и проходить. Там, где места под метеориты. Это тупо. Но факт. Ну-ка давай смотреть, что мы будем по урону вносить. Ну нормально, но я боюсь, альфа я не пройду. Потому что дофига прям урона надо в них вносить. А в них по-нормальному урон вносится только так, когда на них падает свет. И всего-то. Ну-ка, лампадожа. Ты у нас какой? Тоже прикольный. Эй, хорош бить меня, собака. Ой-ой-ой. Как они вносят урона. Не знаю. С первого раза точно не пройду. Ну, что я могу сказать? Выглядит немножечко полегче, нежели в других миссиях. Потому что... Ну, альфа я имею в виду. Потому что здесь они... Многие безымянные, вместо того, что... То есть они подходят в упор, вместо того, чтобы атаковать,
сразу же атаковать, они начинают превращаться в более усиленного. Такое тупость иногда происходит у них. Ну и еще... Вот, ну и еще это... Искатели, они... Назвались уже. Вот, искатели, они поднимают Лампадога. Чем иногда спасают? О, кстати, нифига себе, первый раз такой заметил. Не беси меня. Вот. Прикольно. Офигенно. Вот. То есть они поднимают вместо того, чтобы атаковать. То есть все-таки это немножечко, да, облегчает. Но тут самое главное не тупить, вовремя поворачиваться. То есть идти на опережение Лампадогу. То есть так он, чтобы он всегда... То есть не терять его из виду и всегда, чтобы он был под тобой. И да, можно пройти. Можно пройти, на удивление, это не так-то уж и будет тяжело, как мне казалось изначально. Пробуем еще разочек. Ну что... Уже, конечно, получше. Если бы я пару раз не затупил, было бы хп еще больше. Но сикеры, то есть эти искатели, они очень сильно помогают, я вам честно так скажу. Они, когда их подтягивают, очень сильно помогают. Самое страшное, это, конечно, вот эти короли-жнецы и так далее. Да, все-таки они самые страшные. Я почему, собственно, включился, я так и думал, что я на этом короле-жнеце точно провалю тест. Почему? Ну, потому что сами видели. То есть он махнул, он своим АОЕ-скиллом бабахает так, что мама не горюй. То есть он прям конкретно вносит урона. Вот, это во-первых. Во-вторых, вот, это один из затупок. У меня нет брони. Ладно, еще раз пробуем. Но! Самое главное, знаете, миссию проходить надо обязательно, когда светло. Да, поджаривает все дела. Вообще насрать. Знаете почему? Потому что метеориты падают снизу вверх, и вам они вообще плевать. Вообще просто забейте на них. Вы даже не почувствуете их никогда ни за что. Ну, пробуем еще. Ну, как говорится... Ой, ты че? Ты что? Как говорится... С божьей помощью. Прошли кое-как. Прошли кое-как эту альфа, мать его, за ногу миссию. Надеюсь, никто же больше не появится, да? Да, не появляется. Огонь. Yeah. Серьезно? Твою мать. Вот это я еще чуть не лоханулся, конечно. Твою мать, пикет, дебил! Срет, стоит! Твою мать! А, вот эта бомбежка началась. Все нафиг, валить надо отсюда. Вовремя все. Успел. Успел сбежать, успел все. Все, хвост. Офигеть, я думал, я там сдохну. Уже бомбежка началась. Кстати, опять дали седло, которое можно разобрать. Что-то я заикался, блин. Какая-то фигня. Воды попить надо. Устал. По мне все-таки бабахнул астероид. Класс. Классно, классно. Я успел, благодаря броне, собственно, и выжил. Ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть. Просто. Ну ладно, кое-как, кое-что, кое-с-чем, но в целом такое себе. За бетку мне, кстати, дали броньку, по идее, даже получше, вроде бы как. Вроде бы как-то, вроде бы броня на 900 была. Ладно. Терпения хватило, это главное. А на остальное пофигу. Вот такая вот дебильная была миссия. Ну, дебильная миссия. Как бы то ни было. Вот, но прошли. И слава богу.
Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну и, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока!